Будешь? Конечно. Конечно, пацаны. Так мы приехали на Кильсу искупаться. Взяли плавки, полотенца. Я не знаю такую погоду. Смотри наверх, смотри, как красиво видно. Красиво, но холодно. Вот там наш лагерь. Идет снег. Мы идем на озеро Кильсу. Сегодня какое число, Колян? А? 26 сегодня? Да. Вот. 26 августа 2018. Вот так мы идем на Кильсу. Очень непонятное где тут озеро. Идем. Вот такое вот лето на Кильсу. Вот этот снег все выпал сегодня с утра и до сих пор сыпет. Вчера было солнышко, жара. Красота. Все равно красота. Вот, похоже, мы пришли. Вот это озеро Кильсу. Круто. А ты прикинь, голубая водичка тут, а в Одессе палаточки ставят он там внизу. Вот такой Кильсу 26 августа 2018. Хорош, 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 конечно. А хорош потом возьмешь. Ну иди. Что там делать? Пойдем на озеро сходим. Да нету там, на обратном пути зайдем. Пойдем быстро вон прогуляемся. Вон, смотри, орел сверху летает. Ищет, кого бы сожрать. Трещины, да, нормальные такие. Вот оно куда-то туда и проваливается. Кильсу Лейк, Маунтин Лейк. Вот так собирались в августе, думали, тут тепло будет. Нарвали самый холод, как обычно. Вот столько тут воды сейчас. Вон там она утекает, наверное, да? Не хочешь ходить посмотреть?
Ну там сброс, наверное, воды. А вон, смотри, водопадик, видишь, Юля? Вот он, водопадик небольшой. Чё, пещера? Не-не-не, вот про эту мы говорили. Смотри, как классно, да? Снег сыпет. Ага. Сверху, он, видишь? И водичка. И опять. Ага. Да. Еще поснимаем чуть.